Ночью по Луганску и Северодонецку продолжались артобстрелы и наносились авиаудары украинских карателей. Луганск под нашим контролем. Сохраняется очень напряженная ситуация в районе Попасной. Там на протяжении всего дня шли тяжелые бои. Также боестолкновения в Смоляниново. Фашисты пытались прорваться к аэропорту вчера и позавчера, хотя ранее предполагалось, что их цель – прорваться в Краснодон. Аэропорт также в окружении. Его периодически бомбят. Как сообщил главнокомандующий Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков, украинские каратели взорвали оставшиеся боеприпасы после обстрела аэропорта. По данным Стрелкова, фашисты готовятся покинуть занятую ими в Донецке воздушную гавань. Аэропорт обстрелился из минометов. Там имела место мощнейшая детонация, добавил Стрелков. В Донецке в ночь на 19 июля боевые действия велись в районе аэропорта и поселка Пески. Звуки орудийных залпов, взрывы и автоматные очереди были слышны практически во всех районах города, сообщается на официальном сайте городской администрации Донецка. В результате боев был поврежден газопровод по улице Нежинской, частные дома, расположенные по этой улице, остались без газа. Приступить к ремонтным работам пока невозможно, так как район остается небезопасным. Командование ополченцев ДНР наблюдает концентрацию сил украинских карателей у Донецка и у своих западных рубежей, сообщил со ссылкой на командира ополчения Игоря Стрелкова один из его заместителей.